С банами. Не, а что ты играл-то с лазером? Это Вайда играл или что? Тут, кстати, тоже лазерочек есть, ребят. Может побалуемся с лазерочком. Приста. Люблю зиму. Проклятия и кости. Принес я к вам в гости. Реально Вайда хотят игра. Игра. Игра, зачем так делаешь? Две белки, два тинкера, два акса. Мич доктор, Ценка, все дают, ребят. Я человек, ребят. Отказываться должен. Типа я не такой. У меня вариант. За их головы назначена награда. Я даже не знаю. Благодарю. Раздают, надо брать, да. Да. Люблю зиму. И я не свергну всю... Бип-бип, я есть робот. Ха, шучу. Классик. Не знаю, зачем я так сделал, но пускай так будет. Лаваш, привет. Транквил. По идее, тинки раз под этой штучкой, под защиткой гоблинов, он вполне может скосить успеть. А, так я даже выиграл. Тут, наверное... Ничего себе. Игра-то какая задумалась. Я даже тут выиграл. Жестко. О, этот пандарен тут есть. My suit should keep me comfortable through all of this. She's good, she's bitter, and this is plain old me. За их головы назначена награда.
Если две победы сделали подряд. Белка танк с ВГ, так это нормальная тема, я считаю. БХ не зафармил. На самом деле, тут очень сильный Oracle Т2 будет. Очень сильный. Я эко хочу сделать. Я хочу экономику. Я эту ерундой могу сыграть, мне-то чё? Мне как бы ничего. Go Oracle, вайдах. А кого банить тогда потом, если Oracle вайдах сыграть? Если ты видишь такой момент. Я могу сыграть кем угодно в эту игру. Все от перка будет зависеть. Лема банишь без того, все. У меня 30 экономики, это очень хорошо. Темповый лазер получится, если будет. Ну и есть шаблон, да. Ну и есть шаблон. Ну, Лину куплю, если у меня еще, если репка будет Даргир, я свои варианты найду здесь. А если лазер, то еще раз хочу его затестить, насколько это работает. Не то, что работает, а как именно без ошибок его сыграть. Ну и привет. Войт на единичках. Ну не знаю, так игра решила. 40 экономики как бы. Жестко. Игра решила, я че против? Ролеет игры. Вот, кстати, Алиасом как раз тоже войда на единичках может играть, да. Таких же юнитов подбирают, но у них мало очень. Тут ребятишек можно не смотреть. Вчера смотрел, как эти войды с Волт играют. Я в шоке на самом деле, что ребята с Волтами идут по билду. Это же билд сейчас не сильный. Вот репку беру, тут Лину надо было потом смотреть. Сейчас я сыграю, сейчас все найду. Репка, просто доиграем. Деревья не очень падшие вновь вступает по земле. Не спеша, нормально. Даже билки мне шмотки нравятся, все окей. Повезло, ребят, вам, что лазер не пришел. Опа, дум под белкой, ребят. Тут.
Ту-ту-ту-ту. Enigma Primal Beast. В принципе, Хускара надо брать, чтобы не взять братишку. Там сильный столбень, когда стрик не собью. Очень долго еще. С остальными дерусь. А так сделаем. Убийство тролля. Кстати, у меня очень сильно он играет. Тинкер, прям я доволен, что я здесь всего лишь 2 хп получил. Там стол невероятно сильный. Еще усиление будет. Свет со мной неразделим. Как подроиться, может даже я просто уберу. Для тебя я командир Трезден. Спасибо. Устраивает. Остальные слабые, я могу просто сидеть, терпеть дальше. Ну, в это ходить, выигрывать игру. Игру выигрывать как можно, ребят. Да как угодно. Братишка сильный. Сильный. Он нам игру выиграет. Стрипка Вайда, ребят, показал бы вам класс, как надо делать и как не надо, да? Грибос. А грибостами паря с репкой играют. Это ученик Батчера, я считаю. Ученик Батчера на связи с нами. Так, эльфы. Кстати, я вау, забываю, какой у меня у них на Твиче. Говорил. Конкретно у кого-то я всегда забываю. Жестко, да? Видели, я победил и тут же ЖК 10 раз победил подряд. Я уж подумал, что это я сделал. Такое бывает, но да. Это не я. Батчер появился сразу через золото играет. Не раз видел, как он через репку тоже играет. Он всегда играет. Всегда играет мипа через экономику. Выходит в левел, а там берет фэмили лазер. Ну, на самом деле, очень плохо это все, но, скажем так, сойдет. Новичкам сойдет. Для новичков сойдет, так. Плохо, что у меня висп именно на скамейку не залетит. Очень плохой момент. Потому что мне нужно, чтобы в роли Хускар пришел, чтобы меня висп заиграл потом правильно. Придется репку скорее продавать, либо Хускара продавать. И, ну и какой-то стол по-другому делать, не с Хускаром. Смотрим. Пол 20, да, этого сезона, наверное.
Еще одна маска, но мне всегда нравится здесь это крыльцо. Прям всегда. Ну да, тут я. Новое плавание. Это сюда поставлю. Типа мне Лина, да, нужна с этим с ДК. Рохускар сильнее легионки, да, я знаю. Это, ну это не страшно. Вообще не страшно. Я согласен. Кому-то бук пришел. Я не заметил кому, но мне не страшно. Не боюсь буку, ребят. Классико. Я вам грабитель, привет. Большая жертва. Пускай в порядке. Бумага поставить. Так, мне тут надо договариваться дальше. Сейчас, ребят, приду. Так. Мага-то я поставил, но такой момент я не сделал. Так, я на месте, нагвачик здорово, go all in. Сейчас, погоди. Сейчас, погоди. Так, all in, говоришь? А кого ролить будем? Легу виспа, ну, легу виспа, да? В какую легу? Выбирай, Лего. Выбирай. Инста. Закинем. Инвокера. Ну вот инвокера дам без проблем. Инвокер имба. Все так говорят. Так, Milky Way с буком? Нет. А кто с буком получается? Нет. Ну я даже не буду Чена брать. Даже не хочу. Будет сделано. В принципе, могу взять, но я не хочу. Так. Монополия нету, этого могу не брать тоже. Да. Ладно, зачем, в принципе, можно заплатить. М-м. Чтобы все вошло, в принципе, вот так даже, наверное, оптимально. М-м. Вау, да, бук, все понял. Ну да, вот у меня и дефайт с буком. А, ну да, он через лазер ТБшку. Жестко вообще. Ну да, мне нужен, возможно, Чен под мультик.
Какой-нибудь условный. Будет сделано. Да пусть на самом деле даже вкус крайне хочу давать. Пускай в Думе шмотки будут. В Думе. А, давай разберем. Сейчас подумаем. Может рефреш какой-то будет. В любом случае, в 10-й тут покажу, как минимум. Люблю зиму. Да, училище сейчас продавать буду. Так, Нагвальчик, ничего, что я спектру испадам? Ты не против? На хорошее настроение. Спасибо огромное, Джигром. Настроение хорошее прям. И я низвергну всю магию. Так, тут прям много всего добавилось. Я пока не знаю, как это мне нажать. Краска не заходит сильно. Что мультик-то не работает? Свет со мной не раз... Даже ничего не делает, да. Джигром, салам, салам, от души, спасибо огромное за поддержку. Я, короче, даже приста не мог найти, получается, в такой ситуации. И усилиться не смог. Ну ладно. Я вроде тут что-то получилось.
Ну, раз я играю у Спектроид, может часто это бесты будет, поэтому... Да. Да ладно, сойдет. А что написано в логотипе Virtus Pro? У кого? У Milky Way? Virtus Pro и все. Что там еще? Грибов совет послушал. Реально послушал. Нагватик, ну и получается все четко. Продал ЦМ-ку, ребят, купил ЦМ-ку. Акунка мне уже не нужен. Или котел не нужен. А без котла будем играть. Новое плавание. Да, я сильно не буду. На тараканах катаем. В принципе, это апнется, но вполне нормально. То есть пока будут стоять и тролли, и сильные вары, которые контроль будут под спектру давать. Спикотла я могу убрать. Шмота под него нет. Даже если бы и был, у меня и так слотов, мне экономика нужна хоть какая-то. Вот рефреш есть. Кримсона я не буду брать. Но он идет, да, смотрите. Свет со мной не разделим. Гной очей твой. Ну, очень сильно вот это заходит. Да, в принципе, я вот так могу стоять. Богов-то вроде как нет. А вроде бы они и нужны. Опка рефреш сделал. Энерджи мне не хватает, да, ребят? Йос, Агонги. Здорово, здорово, Егор. Агонги, так. Артич пули есть? Это я не знаю. Да, посмотрим. То есть урон лишний получил, что андеды. Деревья. У меня не очень-то. Там от них, да. Быстроходные. Кстати, нет, да. Пингвин, I go. Пусть пока так будет. Но мне на самом деле уже этот не нужен. Я уже сильный стал, мне уже Чен никак не усиляет. У меня ни одна лига не умирает. Элдер слабый. Мне бы на самом деле шмотки потом пограмотнее раздать. Ой, Стрикс бьет.
Блин, нормально. Вот это рефреш. Ну, я на самом деле лобби могу убить таким способом. Уверенным в себе способом. Можно 4 Таурена тут просто с Спектрой сыграть. И Book of Dead жесткий. Ну, нет, это слишком сильно бэд. Еще против андедов. Колчан и лук готовы к бою. Ну, да. Шмотки не собирали, они сами собрались. Не знаю почему. Да, у нас визардами и таурены, и андеды закроются. Ну да, я думаю, это не буду делать. Пусть у нас пока так. То есть у меня вектор, либо я даже 6 варлоков могу сделать. Вот 2 варлока-то у меня есть. И таурен, и вектор. Пока что даже боги у меня стоят. Лишнее. Даже поинтереснее. Как же это жестко, ну это как это вообще понимать? Я ему богов сделаю, он каждые 15 секунд так будет делать. Там еще рефрешит и рефрешит. Нет, сильно. Если мне банку, это надо придумать. Я не знаю, банк какой должен быть. А, гира-то нету, так что андеды у меня гина со спектрой тут играют. А бан можно сделать, типа... Какой? А, я вообще Зевс Элдор могу играть. Тогда можно без бана. У меня лишних слотов много достаточно здесь. Не то, что лишних, а вариаций сыграть. Бан Нагвала, ребят, ну, вам не надоело, ребят, ну зачем? Нагвальчик, скажи им, Нагвальчик вчера говорил. Нагвальчик, скажи им. Так. Зачем я это сделал? Так. Enchanted, I'm sure. Summon the demon witch. Падший вновь вступает по земле. Гной очей твоих. Шейкера надо взять, так. Можно дать из банных баллов. Не, Нагвальчик единственный против. Не то, что против, а он. Я ложка яда в бочке мысли.
немножко не понимает уже такие моменты. Колчаны, твою могилу никогда не найдут. Так, мне оценка, наверное, уже не нужна, если он, или он умирает. Пара нужна. Зверинецкую как на стол помещается? О, сейчас здесь еще будет. Ваш бог явился. In green I go. Вот 4 андеда у меня по идее дум лишний. Доктор. Вместо дома могу 4 варлока сделать. А могу еще подождать и, ну, вместо дома, вместо вич-доктора, то уренов просто сделать, у меня хороший стол будет. У меня лоник еще каждые 15 секунд будет мощь сделать. Ставить писта вместо тролля наши. Да нет, у меня же этот боги подлоник. Spirit Breaker. Ну, в принципе, можно вот так поставить. Тут будет 15 секунд не длиться, ну ладно. Не, ну если он будет длиться, тут будет еще и лоник, и потом еще рефреш, потому что у него кулдаун. Кулдаун 20 секунд, то есть я еще потом могу качественно тут все делать. Да, тут все. Давайте накрываем. А я сам просто на шрауде. Все там уже доролиться надо. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Ощутите дрожь земли. Enchanted, I'm sure. У меня не дорол, да? А, ну без инвокера сыграли. Так, я же андедов могу убрать, если у меня апнется спектра, или это плохо? Плохо, мне кажется. Вообще ничего не даст. Вместо андедов только можно демон хантеров сделать, но это может даже хуже быть. Чисто, чтобы посмотреть, что мне могут предложить лучше. Enigma, хорошо. In green, I go. Да. Больше мощи. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Да.
чтобы дамажил. Обычно мне дают в лобби, нет, и дают стримеру разойтись. Они меня душили же прошлые катки. Нормально. Вот тут этот праймал. Джим.